Добрый день, меня зовут Глеб, я инструктор активного долголетия. Сегодня я представлю вам комплекс упражнений, которые мы будем выполнять сидя. Для этого нам понадобится стул, палка и, как всегда, хорошее настроение. Начнем с разминки. Палочку пока уберем в сторону. Упражнение на дыхание. Вдох, потянуться наверх, грудная клетка раскрывается. Выдох. Вдох, потянуться. Вверх, выдох. Еще раз вдох. Левая рука за кисть. Потянемся в сторону. Пресс при этом напряжен. Вытягиваем руку. Середина. Вниз. Еще раз вдох. Меняем вторая рука в сторону. Возвращаемся. Вниз. Следующее упражнение на дыхание. Руки за голову. Наполняем грудью воздух через нос, вдох. И уходим вниз, выдох. Локти при этом соединяем. Вдох. Выдох. Держим пресс, вдох. Выдох. Еще два. Вдох. Выдох. Отлично. Опускаем руки вниз. Следующее упражнение. Руки также за головой. Опускаем голову вниз, подбородок к груди. Растягиваем шейный отдел, слегка надавливая руками на голову, на затылок. На вдохе поднимаемся вверх. Вдох. И на выдохе опять уходим вниз. Слегка надавливаем, растягиваем шейный отдел. Поднимаемся вверх, руки опускаем вниз. Голову кладем на бок, ухо кладем на плечо. Одна рука слегка надавливает на голову. Растягиваем боковые мышцы. Добавляем движение рукой вниз. Потянемся за пальцами. Правая рука. Растягивается трапеция. Вытягиваемся вниз. Поднимаем голову вверх, меняем вторая сторона, вниз, слегка надавить, добавляем руку, тянем. Отлично, поднимаемся вверх, руки на пояс, повороты головы, легко, без резких движений, поворачиваемся вправо, влево, растягиваем шею. Раз, два, середина, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Отлично. Следующее упражнение для плечевого отдела. Круговые вращения вперед. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Стараемся не раскачиваться сильно на стуле. Спина прямая. Движение назад. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Следующее упражнение. Руки перед грудью в сторону. Раз, два. Раскрыться. Большие пальцы вверх. 3, 4. Перед собой. 2, 3, 4. Раз, два. Спина прямая. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Руки уходят на плечи. Круговые вращения вперед. Раз, два, три, четыре, пять. Следим за дыханием. Выдох. Шесть. Стараемся сделать с большой амплитудой. Локти соединяем. 4, 3, 2, 1. Назад движение. Также локти соединяем на выдохе. Выдох. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Встряхнем руки. Следующий комплекс, который я предлагаю вам запомнить и делать каждый день.
Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Отлично. Опускаем руки. Слегка встряхнем. Следующее упражнение. Руки на пояс. Раз, два. Пресс обязательно в напряжении. Три, четыре. Растягиваем межреберное пространство. Раз, два. Середина. Три, четыре. Также это упражнение можно сделать с палкой. Берете палочку и тянетесь больше в сторону. Раз, два. Середина. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично. Смена, вторая сторона. Рука в сторону. Осанка. Раз, два. Больше на бок. Три, четыре. Еще. Раз, два. Три, четыре. Отлично. Следующее упражнение у нас также будет с палкой. Разгрузим немного поясницу. Двумя палочку ставим перед собой. Две руки. И растягиваем поясницу, тянемся вперед. Стараемся потянуться дальше. Вниз. Приятные ощущения. Вдох. И на выдохе уходим дальше вперед. Также можно добавить по одной руке. Раз. Добавим внизу маленькую амплитуду. Вдох. И на выдохе вторая рука. Раз. Два. Три. Четыре. Отлично. Следующее упражнение. Мы переходим на ноги. Спина прямая. Также сидим. Пресс у нас напряжен всегда в самом начале занятия. Выпрямляем по одной ноге. Правая. Раз, два, три, четыре. Носок на себя. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Добавляем движение стопой. Раз, два, три, четыре. Вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Отлично. Следующее упражнение называется кроль. Немного поплаваем с вами. Выпрямляем ноги, носочки напрягаем, пресс напряжен, носки тянутся вперед и чаще движения. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Переходим на руки, пока ноги у нас отдыхают. Движение вперед, плывем. Раз, два. Три, четыре, пять. Представляем, как будто мы отталкиваемся от воды. Три, два, один. Движение назад с хлопком добавим. Раз. Больше через сторону. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обязательно следите за дыханием. Здесь у нас происходит выдох. На соединение то же самое. Выдох. Округляем спину. Голову можно немного опускать вниз. Выдох. Выдох. Отлично. То же самое попробуем с ногами. Две ноги вперед. Угу. И через сторону. Раз. Два. Три. Следите за своими ногами, чтобы движения были симметричны друг другу. Раз. Два. Три. Четыре. На соединение. Раз. Два. Три. Четыре.
Отлично. Опустим ноги. Немножечко встряхнем. Отдохнем. Выпрямляем руки, ноги. Дыхание у нас равномерное. Подышали. Глубокий вдох. Выдох. И начинаем. Одновременно руки, ноги. Движение вперед. Раз. Два. Спина прямая. Три. Четыре. Пять. Шесть. Молодцы. На соединении. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Молодцы. Опустим руки. Немножко встряхнем ноги. Следующее, попытаясь вас немножко запутать, сделаем разноименно. Сначала у нас будут идти руки, а затем ноги. Готовы? Руки – это движение раз, ноги – это движение два. Руки – раз, два, раз, два, раз, два. Спина прямая, дышим, раз, два, еще четыре, хоп, три, два, один. Молодцы. Немножко отдохнем. Движение вверх. Вдох. Потянуться наверх. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. То же самое на соединение движения. Поехали. Раз. Два. Раз руки. Два ноги. Раз. Два. Раз. Два. Еще четыре. Три. Два. Молодцы. Один. Встряхнем руки, ноги. Немножко устали. Подышим. Вдох. Выдох. И добавим движение ноги кроль, а руки брас. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Молодцы. Встряхнем ноги. Встряхнем руки. Хорошо. Немножечко потянемся. Левая рука к себе, правая под локоть. Тянем плечо. Натягиваем. Плечо стараемся не поднимать. Плечо внизу. Вдох. Выдох. Отлично. Опускаем вниз руку. Меняем вторая рука. Натянуть под локоть. Опустим вниз, встряхнем. Одна рука за спину, вторая на локоть. И слегка надавливая на руку, стараемся опустить пальцы вдоль позвоночника спины. На выдохе надавливаем. Шесть, пять, четыре, три. Два. Отлично. Опустим руки вниз. Меняем вторая рука. Также вдоль позвоночника. Слегка надавливаем. Через сторону. Вниз. Рука вперед. Вторая под за пальцы. Натягиваем пальцы на себя. Опустим вниз, меняем вторая рука, другую сторону. Вниз. Отлично. Встряхнем руки, ноги. На этом наше занятие подошло к концу. Всего хорошего. Будьте здоровы. До новых встреч.